الحمد لله الذي خلق فقدر واصلا تقديرا والصلاة والسلام على عبده ورسوله والذي أرسل بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Her kaysısına takdirinde bir gülen şey, onu yazmış bir okuyan bir şey. Allah razı rahmet etsene, bir nokta okulu olarak da düzenleyin. Alemlerine rahmet edilip güldürülmüş, dünya hizmet rahmet edilip sebep şey olan Allah'ın hak için süsü yerlendesi, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e hayır dua edilmelerimiz, ümmetin diğer kumullerimizden nokta olsun, sonra şeriflerimizden olsun. Allah'ın müjdeyine, Peygamber'in haklarına iman getirip, canlıların kızlanmışı iman, İslam nuru bütün alemlerine eriştirmiş, tanışkan, ehl-i beyt'e hem sahabe-i kiramlarına, layık kıyamet gününe kadar alırken bütün izgilikte yerine tutulan bendelere de olsaydı. Allah'tan başka mağdur bir hak yok, yalnız müjdeyine eklemek ve muhabbet bile, cümlemizle imanlarımızda, hayırlı izgi amellerimizden nurlandırıp geçenlerden Rabbim Allah'ın nasip eylesin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın hakkı için sözü gelmemesi iken iki muhakkını bilen cümlemizde sünnet-i seniyyesine yiyelim. Ümmeti olup yaşamlarımızda, ümmeti olup dünyadan üç günlerimizde mahşer meydanında da ümmeti olup kullandım. Allah'ın rahmetine, Habibi sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine, yaşamlarımızda nasip eylesin. Dinlerimizde ansap olan, Allah'ın mizanında bu şemirde olup olan bu mübarek şehadet kelimelerini birgeleşip eğitik, birgenlerimizde tekrar, birgenlerimizde inşallah ilanık olur. Помню, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, да?
зубов. Каждый из нас должен знать буньян ислама, аль-хамс, ислам, вера Всевышнего, возведена на пяти основах. Первое, иман, вера Всевышнего. Всем сердцем. Всю жизнь. А вложена она когда? Когда Всевышний создал наши души. В день Ан-Ниса Всевышний создал души всех людей, джаннат, которые придут в этот мир, и сказал: «Анасту бираббикум, не ваш ли я вас создатель, не ваш ли я вас». И все души ответили: «Бля-я». Да, да. Кто, родившись в жизни, всю жизнь подтверждает это и словом, и делом, старается жить по-божески, как Всевышний Создатель поведет, он уверовавший. А кто отрицает все? Нет, я ничего не говорил, никакой присяги Всевышнему не давал. Он и есть кафир, отрицающий истину. Но этим, как и солнце не может открыть, и луну, и звезды, как и истину, закрыть и прикрыть не сможет. На самом деле, кафир переводится прикрывающий. Даже кто просил зерно. Хлеб сеет, потом земля закрывается, это тоже. Иман всю жизнь надо стараться сохранять. И делами, и словами, и действиями. Вот это и есть вера. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: все рождаются с естественной верой. Потом наделать, натворить таких делов до смерти остается всего один шаг. Он остановится, тогда сделает, постарается, исправится, и Аллах Всевышний достоит его. А кто-то всю жизнь творит добрые дела, а потом оступится, когда всего шаг останется, до такого, как вернут к Всевышнему, впадет в неверие. Говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сподвижники сказали: а тогда в чем нам действовать, если все предписано? И Аммаду факулюн муястарам лима хулиталяху. Действуйте, совершайте амаль, поступки и дела, и Всевышний каждому облегчит то, что ему предписано. Поэтому сподвижники пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и боялись, как бы не оступиться, как бы не ошибиться, как бы в грехи не впасть и пить не верить. И друг у друга спрашивали: нет ли у меня каких-то таких дел, которые я сам не вижу, а теперь кажется, что это грехом. И поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Аль-муслиму мин акли муслим». Уверовавший мусульманин является зеркалом для другого. Зеркалом друг за другом. Веру до последнего вздоха стараться сохранять. Второй намаз. Сколько намазов? Тоже время, как я снова встал. По 5 минут, ну даже очень много есть, и по 10, по 15 минут. Это всего полчаса в 40. Ну, час возьмем на все 5 намазов. 24 часа, из них час на намаз, остальное 23. Хочешь спи, хочешь трудись. Но если будешь 23 часа спать, то тебя не кормят. Третий. Иман каждому ответит. Намаз натворил,
şey, kıyamet. Kütübe aleyküm sıddı, inne salate kendet alel mu'minine kitabem okuhde. Namaz bilmişsin, sen uyar şey. Даже если больной, даже если двигаться не может, в кресле сидит или на полу сидит, если даже шевельнуться не может, хотя бы глазами еще наделает, душу все равно ее совершает. Но если этот намаз уже в джамаате вместе, или с семьей, с детьми, или в мечети, сколько саваб? 27 раз больше воздаяния саваб от Всевышнего Творца. Почему? Руза, у тебя аликуссия, предписан вам пост. Поначале, но никому шахров алисуму. Кто войдет в месяц Рамазан, жив, здоров и не в дороге, пусть постится. Сколько? Целый месяц в году. Из 12 месяцев один месяц уделяй этому. Потом есть дополнительные. Если хочешь, то в середине месяца по 3 дня или каждый понедельник, каждый четверг, это дополнительный, добровольный, на сель, на вас. А так один месяц или 29 или 30 дней. Затем что? Закят. Закят из того имущества, которое у тебя есть, если ты не тебе достаточно, если у тебя достаток состояния, и целый год ты его никуда не тратил, ну, ты достигла определенного уровня, мы не сразу смотрели, 85 грамм золота, примерно около 200 тысяч получалось, да? Киктура бежит, из него одну сороковую часть раздать бедным, неимущим и сиротам, чтобы то, что у тебя есть, стало чистым. Это доля бедных, неимущих. На него сколько времени надо? Раздать. Это собирать долго. Раздать. 3 минуты. Даже меньше. Надо. Один раз в году в лунную. Затем идет врач. Сколько на него времени нужно? Коране Аллах Раббул Алямин заранее говорит: «Валиллахи аля ан-наси хиджжу аль-байти ман истатаа илайхи сабиля». وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. И на людях есть право Всевышнего, чтобы они совершали паломничество к его древнему дому, к его храму, тому, у кого есть возможность поехать туда. А кто «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ». А кто отрицает это, не принимает хадж, то Аллах Раббул Аля богат от всего мира, не нуждается ни в чем и ни в ком. Один раз в жизни. Всего. 60-70 лет живешь, один раз в жизни. Есть те, которые по 10 раз едут. Лично знаю. По 3, по 4 раза, по 10 раз. Хадж не должен превращаться в туристическую. Это не к морю. Да, очень приятно. Очень радостно. И там увидеть. Воочию. Но в то же время подумать. А пусть сын поедет. Внуки пусть поедут. Они пусть поедут. Там и место ограничено. Фарз обязательный. В жизни один раз. Инна аввала байтин вуди алиннаси ляннеки би Беккета мубаракам ва худан лил аалямин. Подлинный первый дом для поклонения Всевышнему построен, возведен людям в Мекке, благословенный он и направление людям на истинный путь. Фиги аятум байинатум махаму Ибрахима ва ман дахаляху кана. Там ясные и знамения есть. И место Ибрахима, алейхиссалям, а кто Ибрахим, алейхиссалям, второй отец человечества. Понятно это? Адам, алейхиссалям, первый отец, второй отец Ибрахима, алейхиссалям. Все мы знаем.
могиле будет еще и допрос двух ангелов, так? Кто Господь твой, рабы кем, делим не дедит, рабы кемели, кто твой пророк, какой ты нации, будет спрошен, дай себе это, как отвечать? Ответ не примется. Еды не зачтется. Ибрагим милетине. Миллет Ибрагима, алейхиссалям. И он древний дед пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Хадж. Один раз в жизни. Кому? Всем уверующим, у кого есть возможность. Зачем? Почему? Что это за место, где первая мечеть, первый храм в мире вообще построен там? Мы сейчас в молитве прямо направляемся вот в эту сторону. А там, Арам-Шарифе, кругами стоят, став не такой вот прямой, а кругами, кругами, кругами. Если посмотреть, друг против друга стоят. А внутри Кабы, альхамдулилля, я построился два раза, там в любую сторону. Представь, туда смотришь, намаз совершаешь, сюда смотришь, сюда смотришь, сюда смотришь. Дальше мы молимся друг другу спиной или против друг друга. Только вам кибла девять этого. Все четыре стороны для тебя кибла. Вот такое место есть в мире, внутри Кабы. Удивительно? И во времена пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям один единственный качественный решил в жизни. Прощание. Умря он не стремился. И тогда со всех сторон собирались. Сейчас 2-3 миллиона. Со всех концов мира. Разных наций. И где собирается хадж? Собирается где? Не в Мекке, не в мечети. Аль-Хаджу Арафа, говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Хадж – это есть Арафа. Это гора Арафат, и день его известен на день раньше, чем Курбан-Байрам. Кто в этот день хотя бы полчаса, час хотя бы, но положено с утра и до заката солнца пробыть там. Был на горе Арафат, он и есть тоже. Там молитва сокращается. Полуденные молитвы зухр, иля намаза, икинды намаза, аср, по два ракиата и вместе читаются. Один за другим. И проповедь произносится как джума намаз или как во время Курбан-Байрама идет проповедь. Остальное все в молитве проповедь. И никакой одежды, только ихрам. У женщин длинный платье, который закрывает все тело, но лицо должно быть открыто. Никакой паранджи, никаких занавесок. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Ман хаджа фалам ярфус, валам ярфсук, раджаака яума, валятат куум». Кто хадж совершил, не ругался, то есть не молился, валям яфсу и греховные дела не делал, не причинял никому вреда, никого не оскорбил, никого не обидел, вернется домой, как
Както ден, когда родился Ахмед. Без отличия. За что? Не говорит про Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, кто больше вокруг Каабы обошел, кто больше между Сафа и Марва бегал, кто столько молитв совершил. Нет. Ман лям ярфус, лям яфсук. Кто не ругался, не сквернословил и никого не обидел, как в день рождения от матери, так он безгрешен. Связывается отношениями людей. Все посланники Божии и пророки учили вот этому. Один он на свет, один это добрый совет. Порядок в этом мире. Этому учили посланники Божии, и вот чтобы вера и словом, и делами укреплялась, и намаз. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, кто на пятницу придет, «Валям ятахатта рикабан нас», и кто не шагает над плечами людей, не разъединяет людей. Об этом говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто терпит друг друга, сабр, кто с любовью относится к тем, кто с ним вместе на молитве. Даже когда намаз завершаем, салям говорим, ассаляму алейкум ва рахматуллах, ассаляму алейкум ва рахматуллах. В это время должен быть ният. И ангел, который записывает все твои добродеяния с правой стороны, и тот, кто молится с тобой с правой стороны, и по правую сторону, сколько есть людей, всем им от тебя, салям, приветствие и налево. И затем еще произносишь молитву. Аллахумма анта ас-салям, ва минка ас-салям, табаракта ва та'аля, ити я за джаляли ва икрам. О Всевышний Аллах, имя Твое салям. И мир только от Тебя. Дай нам силы, чтобы распространять и укреплять мир и спокойствие между людьми. По Всевышнему и после молитвы обращаемся. Какие только недостатки есть во время поста Рамазана, исправление чем? Фидья-садака. Не еще дополнительно 3 дня или 10 дней помолиться. Фидья-садака. Кому? Бедным, неимущим и сиротам. Из тебя вот эти мелкие прегрешения во время Рамазана списываются. Прощай, Всевышний Аллах. Закят. Кому? Закят даже на строительство мечети нельзя употреблять, если в этом городе, в этом селе есть бедные неимущие сироты. В первую очередь им. И в первую очередь среди родных и близких. Ни сыновей, ни дочерей, ни внуков, ни бабушек, ни дедушек. А те родственники, забота о которых, расходовали на которых, на тебе не возлежит. А детей, внуков, отца, мать, бабушки, дедушки, это так и так на твоем обеспечении должно быть. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже сам говорил, «Ман хараджа аля валдихи сигарун фахуа фи сабилиллях». Кто вышел трудиться для того, чтобы содержать своих детей, свою семью, он на пути Всевышнего. Кто вышел для того, чтобы прокормить и позаботиться о своих престарелых родителях, тот на пути Всевышнего, а тот, который вышел, чтобы заниматься этим кесабом, предпринимательством и прочим, чтобы только возвыситься среди людей, похвалиться своей машиной или своим домом, то он на пути шайтана. И хадж – это на самом деле посвящение отчима Бога. Наши прадедушки и прабабушка Адам и Хавва после того, как Всевышний их направил из рая на землю,
там и не сели, и не попали. Они 40 лет искали друг друга, об этом мы говорили много, и нашли друг друга на верхней горе Арафат. И на Музделифат к вечеру создали в этом мире первую семью всего человечества. Значит, хадж на самом деле это и есть. Узнать и познать, кто мы есть. Какой бы нации, какому бы народу ни относились, каких бы мировоззрений ни придерживались, значит, мы одна единая семья. Поэтому никакой вражды, ненависти или превосходства быть не может. В Коране есть сура, которая называется «Хадж». И первые аяты там, самые первые аяты, Всевышний говорит: «Я Иоаннас, это Курабаку, инна зальзалата саати шейтун азим». О, люди! И Адам Балабара не говорит, о мусульмане, о христиане, о иудеи, о верующие или о неверующие. Аллах Субхану ва Та'аля, когда говорит о хадже, первый аят: «О люди и Адам Балабара, иттаку раббакум, побойтесь Господа вашего, который вас создал и кормит вас». «Инна зальзалата саати шейтун азим», подлинно потрясение судного дня – это огромная вещь. То есть придет день, когда вернется Господь. И вот на хадже все видят друг друга в храме. Никаких погонов нету, королей даже корон нету, ни ботинка, ни галстука, никакого превосходства абсолютно не видно. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил: «Куллюкум мин Адама, ва Адаму мин Тураб, ва Фарима прощайна духа». Все вы от Адама и Хавадама. А Адам из земли. И нет превосходства арабу над другими, другим над арабом. Все вы перед Всевышним, как зубы одной руки. Бертарабун тышкарщики. И превосходство перед Всевышним. И это не в этом мире, а в мире вечном будет измеряться только вашими делами благочестия. Такого, блин, благочестия, говорит пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. И значит, и хадж хотя бы раз в жизни совершить его и понять его понимание какое. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, даже о намазе говорил: «Иннама атакбалу салата мимман тавадаа биха ли азамати». Вот на намаз молитву я приму у того, кто совершает ее, кто признает величие. «Валям ястатыл биха аля халки» — и не возвышается этим намазом над моими созданиями, не хвалится, не бахвалится. Наоборот, пример показывает и говорит ему: «Зачем ты на мосту живешь?» «Да потому что я Адам, сын Адама». Так объясни. Создатель создал нас. И альхамдулилля все дело движется, харакет есть. Ничего не болит, альхамдулилля. Когда стоишь во время намаза, это алиф. Руку совершаешь, это да. Когда земной поклон, сажда совершаешь, это мин. Адам. Это человек. Не кабан. Ни жук, и не ползучий гад. Я сын Адама. И пока я жив и здоров, я верю во Всевышнего, люблю его и люблю все его создания. И прежде всего людей. И весь окружающий мир, который создан не для Всевышнего, для кого-то всех. Вот это осознание и в молитве, и во время соблюдения поста. Зачем Всевышний целый месяц нас заставляет
devam ediyor. Можно было и по-другому, другим по-другому совершать. Только пост не нужен. Кашу без масла. А чтобы это не только через разум, а и через желудок прошло. А не как, ну как такая, что вот глаза тебе очень не нужно. Он даже увидит кого, кто копается в мусорном баке, может посмеяться. Мне сказали, это чокнутый шпорь. А как мне королеве сказали, они голодают хлебами, а она говорит, а почему торт не кушает? Нет, может быть представление. Поэтому именно пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, «Мен бета шабрана, ва джаль муджаи ва шабрана». Не будет настоящим верующим тот, кто засыпает сытым, зная, что сосед его убьет. А вот хадж, у пророка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям спрашивает, вот тут я ошибся, вот здесь не так следующее. Пойдет, говорит, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, пойдет. Любая ошибка, курбан, курбан, в пустыне, курбан, что делать? Принести курбан, сварить и кушать, сварить и кушать, раздавать бедным и немощным силам. Сейчас миллионы людей совершают этот курбан и их обрабатывают, и в Африку, в бедные страны посылают как благотворительные вещи. Чтобы осознать, что мы люди все, создание и творение Всевышнего. И значит, в этом и великий замысел Всевышнего. И Аллах Раббуль Аалямин говорит, وأذن في الناس يأتوك بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات إبراهيم عليه السلام возвести людям все чтобы они хадж совершили и придут они и пешком и на тощих верблюдах со всех сторон этого мира ешхаду мадафи аляху, чтобы увидеть и быть свидетелями. Пользуйте себя и в этом мире, и для того, чтобы поминать Всевышнего. Ты смотри, в Африке совсем черные, у них тоже две ноги и две руки, и нос один. А у жителей Исла, так же, как у меня. И там, и там, и в Китае, и на Тайване. Где только есть все. Значит, план один, создатель один, вот это осознать и чтить друг друга. И постараться жить по-человечески. И вот это будут уроки хаджа, иншаллах. Аурулам за Аллах, Раббуль Аалямин, хайр шифалар. За то, что на тауфиде с ним и друзья, хамитуду, брали тебя, Аллах, Раббуль Аалямин, нашел на себя, извините, мажда барбаран, нарвада, Аллах, Раббуль Аалямин, bu olayı bedette bu ürününde bir dakika olsa da bu demeye nasip oluyor. Allah'a kuyruğum bir adı ve sallallahu aleyhi ve sellem. Ve nisa'yı bir cemaati muslimin. İmna hu'u ve vahvurlu rahim cevabı ve muslim olur. Elhamdülillahi nehmadu ve nesta'inu ve nesta'afir ve na'udu billahi min şurur ve yafusina ve misayyi'ati amadil ve yehdihi illahu felamu dinnallah. Ve men yudhul felah hadiyyara. Ve eşhedü en la ilahe illallah Muhammeden abduhu ve rasuluhu. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كمل بعدد من صلى وصام وبعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واهد من فرد الدين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر لكم تعلمون وبركاته